Изменение тарифов на коммунальные услуги обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. В связи с повышением ставки НДС в России утвержден двухэтапный рост платы за коммунальные услуги. Для Чувашии индексы установлены в размере 1,7% с января и 2% с июля. Предельно допустимое отклонение 0,2% соответственно. То есть июльское повышение должно быть не выше 4%. По 253 муниципальным образованиям рост произойдет с 1 июля до 2%. По 36 муниципальным образованиям в рамках 4%. По 7 муниципальным образованиям, соответственно, с законодательством, по обращению представительных органов местного самоуправления, индекс превысит обозначенный 4% от 10,7% до 25%. Такие повышения допускаются, когда в муниципалитетах реализуются крупные инвестиционные проекты в коммунальном хозяйстве. А вот тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами, наоборот, будут снижены за счет уменьшения ставок для операторов по некоторым параметрам. Проекты решений сейчас проходят согласование в прокуратуре. Продолжается работа по установке контейнеров в муниципалитетах. На эти цели из бюджета республики выделено порядка 87 миллионов рублей. Предстоит обустроить 5000 площадок. Изменение тарифов на услуги тепловодоснабжения и водоотведения будет для каждого поставщика ресурсов своим, но повышение в среднем не более 2%. Глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил, необходимо регулярно проверять право граждан на получение субсидий на оплату жилищно-коммунального хозяйства. Льготы получили 309 тысяч жителей Чувашской республики на сумму 728 миллионов рублей. То, что есть заявительный принцип перед работниками министерства, поставлена задача переходить в течение года на выявительный принцип, для того, чтобы все желающие могли вовремя получить меры государственной поддержки. Елена Гальперина, Бахтияр Велиев, Республика.